1, 3 и 21. Это номера маршрутов, по которым будут ездить новые автобусы. Их сегодня презентовали руководителям города. Эти автобусы будут работать не на дизельном топливе, а на газе. Он в 1,5 раза дешевле. О других преимуществах транспорта расскажем далее. Это предприятие социальное, потому решение его проблем контролирует руководство города. Владимир Быков провел выездное совещание на автотранспортном предприятии на Сормовской 2. Это основной перевозчик кировчан, который сейчас испытывает финансовые трудности. Здесь работает примерно 1600 человек. На балансе АТП 160 рейсовых автобусов и 130 троллейбусов. А сегодня их количество стало еще больше. В Кирове появились 6 новых газомоторных автобусов. Во-первых, экономическая составляющая. Газомоторное топливо гораздо дешевле, чем дизельное. Это во-первых. Во-вторых, он экологически чистый. Сами понимаете, в чем. Евро-4. Машины на газу больше обычных по габаритам, но по городу они везде проедут, заверили специалисты. Мыть их будут на троллейбусной мойке, она выше. Для работы на новых машинах водители прошли специальную подготовку. Если газ заканчивается, мы переключаемся на резервный баллон и едем на заправку. Его хватит там примерно 60 километров. Каждый газомоторный автобус стоит 7 миллионов 800 тысяч. Приобрести 6 таких новинок АТП помогли и федеральные, и городские власти. Это покупка на перспективу, говорят в администрации. Исходя из того, что это федеральная программа, вот по этой программе должны в 2016 году у нас в городе Кирове построить 2 газовые заправки, которые будут работать. Одна из них будет рядом с предприятием. А в плане этой программы на территории области будет построено 17 газовых заправок. Уже завтра новые автобусы выйдут на линию. В администрации города пообещали, они останутся такими яркими, без рекламы. Украсят их только гербом области.